За проявленное мужество. Так гордо звучит награда, которую вручали сегодня на сессии АКЗС героям-подросткам, спасших детей в опасной ситуации. За спасение человеческой жизни награждается памятной медалью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за проявленное мужество Александр Алексеевич Капелист. История Саши из Змеиногорска пробирает до дрожи. Этим летом он отдыхал вместе с родителями на берегу водоема в Барановке. Мальчик увидел, что начала тонуть 5-летняя девочка. Он бросился к ней на помощь. Я заметил девочку, как из-под нее круг улетел. Подплыл к ней сзади, обхватил ее, чтобы она сильно не тонула. Круг плыл в мою сторону еще, с которого она улетела. Я схватил ее за руку, закинул на этот круг. Дальше доставил ее до берега, где нас встретили. Во время этого она мне еще сказала: «Не отпускай меня». И Саша девочку не отпустил. Он смог доставить ее живой на берег родителям. Сегодня юноша вдохновляется работой настоящих спасателей в МЧС города, куда ребят привели на экскурсию. Кстати, там в своих рядах мальчика уже ждут. Смотришь на него и думаешь, вроде вот еще недавно было, сегодня он уже две медали имеет. Причем не простые медали, а правительственные медали. 15-летний Илья из села Староалейское спас маленькую девочку из горящего дома. Мальчишки играли на улице, в то время как в частный дом попала молния. Друг ушел в магазин, и я пошел посмотреть, пошел, нет, а там дым. И Сашка, его сестра маленькая, убежала в комнату. Я достал ее, за руку потянул на улицу, вывел, взял два ведра и полил на кровать. И пошел соседям, сказал, типа, пожарных надо вызывать. Страха не было, просто была цель. Тимофей из Барнаула, купаясь с друзьями на протоке Аби в селе Бобровка, тоже первым пришел на помощь девочке. Мальчик несколько раз нырял под воду и поднял ребенка уже со дна реки. На берегу на помощь позвал взрослых. Они и помогли реанимировать пострадавшую. Медаль за проявленное мужество Тимофею вручили в Совете Федерации в Москве, где награждали юных героев со всех регионов России. Распоряжением председателя Совета Федерации медалью за проявленное мужество награждается Тимофей Миронов. А в Барнауле сегодня на сессии АКЗС чествовали всех мальчиков. О награждении медалью Совета Федерации за проявленное мужество ходатайствовал сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев. Они на самом деле совершили сильный, мужественный, хороший такой поступок с гражданским оттенком, с очень хорошим, понимаете? Я думаю, что у них у всех все в жизни получится, и на самом деле вот это, наверное, будет отправной точкой их гражданской позиции. Всем мальчишкам не больше 15 лет, но за спиной каждого спасенная жизнь. С такой молодежью, отметил Виктор Зобнев, будущее страны в надежных руках ответственных граждан. Мария Мацаев, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.